Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы мастеров, картины и описание к ним по книге «Великие музеи мира» Якоб Йорданс, «Четыре евангелиста». Около 1620 года, холст масла 132 на 118. Якоб Йорданс, художник фламандской школы, работал в бытовом и портретных жанрах, а также жанрах религиозной, исторической и мифологической живописи. Святые апостолы и евангелист Марк, Матфей, Лука и Иоанн погружены в изучение текста Библии. Они станут авторами книг Нового Завета, повествующих о земной жизни Иисуса Христа. Фигуры евангелистов занимают практически все пространство картины, глубину которому сообщает их диагональное расположение и просвет далекого голубого неба, виднеющегося за красной завесой. Но такое описание по книге «Великие музеи мира», автор Якоб Йорданс, «Четыре евангелиста», около 1620 года, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.